Всем привет, с вами Саша. Сегодня мы рассмотрим новую самоделку. Это мини-циркулярная пила. Сделаю ее полностью с ног. Такая вот. Внизу зарядки. Два контакта. Моторчик. Из крышечки сделал. Круг отрезной, и это закрепил на стержне. Угла отряда там вышло на стержне, его можно снимать и какую-то другую насадку ставить, какую-то фрезу там можно поставить, еще что-то. Очень удобно. И вся суть заключается в том, что вся эта конструкция работает через кнопку. Держишь кнопку, работает. Отпускаешь, не работает. Нажимаешь, опять работает. Отпускаешь, не работает. Вот. А этот моторчик подключен через кнопку. Один контакт сразу выходит вот сюда. Моторчика. Вот он желтенький. Красный контакт. Отходит сначала вот через кнопку, видно. Вот один контакт, моторчик сюда выходит, и один сюда, через кнопку просто второй контакт доходит сюда. Вот специально открыл. Два контакта. Используется для этого 6-вольтовый блок питания постоянного тока. Вот такой вот блок питания. Таким вот разъемчиком. Вот. Этот разъемчик подключается вот сюда. А сама вилка, в свою очередь, подключается в розетку. Сейчас я подключу. Вот. Теперь у нас она работает. Давайте же ее протестируем. Еще планирую сюда сделать защиту, чтобы пальцы сюда не улетали, а то очень-очень больно дает по пальцам. Пилишь, потом сюда раз, палец попадает, и все. Конечно, палец остается, ни одной царапины, но очень больно. И еще планирую заменить эту кнопочку, вот такую вот прорезиненную, хорошую кнопочку, которую не надо держать. Нажал, она работает. Еще раз нажал, уже не работает. Просто сюда поставить и заменить. Вот. Еще тут можно такую кнопочку ставить без резинового чехольчика. Просто такой с белым. Или с прорезиненным чехлом. Вот как-то вот так вот. Теперь могу вам показать, как оно работает все. На практике. Скажу сразу, она не очень сильная. Вот у нас так вот попотрошилось. В качестве маленькой фрезы использовать можно. Это был стержень из ручки. Кстати, кнопочку я взял из вот такого вот фонарика.
Вот тут была кнопочка как раз. На год. Работал фонарик, кстати. Теперь я его разломал, вытащил все внутренности. Делал еще фонарик из двух крышечек для кроны. Но идейка не очень далась. Вот. Ну, будет такая идея. Еще есть в планах сделать электродрель. Разобрать этот. Поставить уже вот такую кнопочку на электродрель. Вытащить сюда вот такое гнездо. Вот. И это гнездо использовать для вот такого вот тубуса, там где будет 5-вольтовый моторчик, который будет как дрель, и там будет на нем надет патрон от дрели. Это тубус от зубной пасты. Есть такая. Нажимаешь там, власть паста. Вот. Ну, еще у меня появилась идея, можно взять вот такую вот баночку и это все совместить. Залить просто горячим клеем. Получится такая трубель. Там, где тут будет батарейный отсек, тут где-то кнопочка. Ну и дальше тут сам моторчик в этой части. Так вот отрежем. И будет такая дрелька. Там с кнопочкой какой-то такой или еще там у меня есть. Вот. Ну, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.